Снимайте шею. Вот так. Я переборщила. Снимайте рубашку. Кино по выходным. Я все видела. Что ты видела? Как ты козликом скакал возле нее. Проверить чувства легко. Значит так, я не вижу никакого другого выхода. Надо всего лишь подать на развод. И дети ничего не должны знать. Мама и папа хотят развестись? Это же ужасно. Мы не должны этого допустить. Ой. Не мысли у вас без этого. Ну, куда, зачем? Ну, хорошо, спасибо. Я предупреждаю тебя, когда ты с ней, то мы с ней. Да нет, это я тебя предупреждаю. У меня намерения серьезные. «Развод с препятствиями». Премьера в субботу в 21:00 на канале «Россия».